Добрый день всем цветоводам-любителям. Это второе видео о моих клубневых бегониях. Бегонии были посажены в начале марта, куплены в одном магазине в один день. И вот такой вот результат. Белая расцвела пышным цветом на сегодняшний день, к 9 мая. А две других, красная и коралловая, вот находятся в таком состоянии. Уход был одинаковый. Значит, дело в посадочном материале. Возможно, он был обработан для замедления роста в зимнее время и для транспортировки. И вот такой вот результат. Ну, а белая достаточно красиво оказалась, так же, как было заявлено на упаковке. Видите, какой крупный цветок. Вот. Рядом идет цветочек уже пустотелый. Вот он. Не махровый. И второй махровый цветок, вот он с этой стороны собирается цвести, вот видите. Так что вот такой эксперимент был проделан в этом году. Ну, назвать его сильно удачным не могу, ну хоть полюбуемся одним цветком. Все, спасибо всем, до свидания.